А перед началом этого видео хотела сказать, что заходите на мой Discord сервер, у меня скоро будет оценка домов, и одно из условий — это быть на моем Discord сервере. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. И, кстати, подпишитесь еще, пожалуйста, на моих помощников. Вот их каналы. Ссылочки я оставлю в описании. Ребята, всем привет! С вами крошка Настя. И это вторая часть продолжения открытия вот таких вот морских яичек. Кто не видел первую часть, обязательно посмотрите. Вот тут вот она сейчас появится, так что переходите, можете смотреть после этого видео. Ну что же, я открываю первое яичко, оно уже захотело кушать. И что же тут? Дельфинчик, прикольненько. И что же тут? И тут морская рыбка, она, кстати, ультраредкая, это очень хорошо. Кстати, через пару дней у меня еще будет лотерея, там, где нужно будет назвать число от 1 до 10, и я буду раздавать всякие подарочки с этого обновления и, возможно, даже что-то другое. Так что обязательно не забывай подписываться, чтобы не пропустить. Вот. О, нарвал. Прикольненько. Теперь ждем следующих заданий. О, оно сразу появилось. Прикол. И... я подумала, что мне выпал свинок. Но мне выпал дельфинчик. Понимаю. Ребята, надо поставить лайк. У вас есть 3 секундочки. 3, 2, 1. Спасибо тебе большое. Наступила ночь, и теперь посмотрим, что же выпадет с этого яичка. Ребята, мне выпала осьминожка. Ура! Теперь у меня 3 осьминожки. И я скоро, очень скоро смогу сделать неонку. Ура! Мне очень часто стали падать легендарки. В прошлом видео, кто не видел, мне выпало 3 легендарки. И что же тут? Что? Еще одна осьминожка? Как? 2 подряд осьминожки. О май гад. Ребят, это невозможно. Не, ну я просто в шоке. 2 осьминожки подряд. Ну как это возможно? На Лего 5%. Adopt Me, что ты творишь? А тем временем у меня сейчас вылупится еще одно яйцо. О, крабик. Прикольно, у меня мало крабиков. Мне падал только один. А вот теперь есть второй. Ну что, мне осталось вылупить 3 штучки. И уже на каждом из них есть по одному заданию. Ага, тут скат. Ну, ладно, бывает, так сказать. Теперь еще одно. Сейчас я его попою. О, еще один крабик. Прикольненько. Теперь я даже могу сделать неонку, потому что мне подписчица подарила еще одного крабика. Последние, и буду заканчивать видео. И тут еще один крабик. Что-то они мне не падали, а теперь падают. Короче, ребят, вот такое видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новых прикольных видосиков. Ну ладно, всем пока-пока, ждите новых видосиков.